Ну вот, ребята, вечерняя прогулка, как говорится. Вот, смотрите, вот, пожалуйста, цветочки, а, красота. Вот видите, чтобы у вас душа радовалась, посмотрите. Вам приятно будет. А когда вам приятно, значит, мне приятно. Вот. Если я вас уважаю, и вы меня уважаете, мы кто, как говорил Райкин, значит, мы с вами уважаемые люди. Пойдемте вот этому Розари маленькому. Вот. Розари, смотрите, я вам покажу розы. Ай, какая красота. Смотрите, какие большие розы такие. Вот, пожалуйста, вот. Красота, вот. Смотрите, вот какая роза, да? Смотрите, какая огромная. А, вот. Есть здесь и желтые розы. Вот они. Бассейн осушили. Буду сейчас чистить. И готовит к следующему сезону. Сказали, это был испытательный после ремонта. Сейчас вот этот ремонт сделали. Вот, так что... Вот так вот. А. Это злющая собачка. Вот эта маленькая собачка, она злющая. Вот эта беленькая. Вот такая она злющая. Она один раз я... Чуть-чуть сделал. Как залает, каким злым этим... Все-таки чувствуете, все равно осень. Но еще листья зеленые. А, смотрите. А, красота. Все равно осень чувствуется. Но здесь и зимой цветы цветут. Разные сорта есть. Молодцы, значит, этого надо сказать. Вот. А, красота какая. Платаны вот это, видите, вон платаны. Вот это платанов здесь полно, вот они, видите. Вон платаны. А, красиво. А вот это уже лаванды. Отцвели уже. Вот. Вот. Красота. Вот так вот. Потом иду я вот наверх, вот так вот. И вон туда же. И у меня получает туда 2 километра до конца. И обратно 2 километра. 4 километра. И вообще красиво. А вот это каштаны. Вот. И липы много. Красота, да? Давайте по лесочку пройдемся. О, красиво, смотрите, а? Какая красота. Вон елочки, видите? Натуральные елочки. А, какая красота. А, да, смотрите. А, красиво. А воздух какой свежий, ребята. А вот смотрите, вот какая вот эта, вот смотрите, густая трава, вот самая такая, газон такой. Они его чистят, постоянно стригут, можно на ней полежать. Ну, сейчас уже вечерняя сырость, наверное, есть. А так, здесь суббота-воскресенье, все приносят свои вот эти покрывала и лежат, и отдыхают. Потому что здесь все чисто, убрано, прибрано. Никаких таких зверюшек ничего нету, змеюшек ничего нету. Например, махмутлары, скорпионы. У Анталии, Хурме, скорпионы показывают девушки, как с балкона падают. Здесь такого нет. Здесь такого нет. Ну и потом здесь чистят, убирают, не дают всяким этим
здесь зарожиться плохим зверюшкам. Вот так вот. Всем доброго вечера, хорошего настроения.